содержательный пример про базисы и про линейные пространства. Был на Мехмате замечательный лектор Александр Александрович Тимилов. Абсолютно блестящий человек. Он написал хорошие книжки, но еще, что называется, лучше его книжек, были его лекции. Он абсолютно вот умел что-то зажигать аудиторию. Вот. И одна из любимых задач, которую он всегда рассказывал там, школьникам или студентам младших курсов, была задача обманной каши. Давайте я вам ее сейчас расскажу. Представьте себе, что вот вокруг этого стола, вот этого огромного нашего стола, вот этой аудитории, сидят дети, приехали в детский лагерь на завтра. Первый раз собрались. Сидят дети. Перед каждым тарелка с манной кашей. Перед каждым тарелка с манной кашей. Ну, здесь есть сосед, у него тоже тарелка. Сосед тоже тарелка. И так по кругу. По сигналу вожатого дети к соседям руки протяните. Дети делают вот так. Но, естественно, одновременно его соседи делают то же самое на него. Дети, руки в кашу опускайте и к себе тащите. Дети делают вот так. В результате половина соседской каши отсюда. И половина каши отсюда оказывается у меня в тарелке. Но одновременно у меня кашу. Всю. Утащили товарищи. Вот. Вожатый говорит, дети, молодцы. Готовьтесь к второй операции. Дети, кашу к соседям, руки к соседям протяните. Дети, кашу у соседей берите и к себе тащите. Ну и вот так вот. Ну, представьте себе, что они в этом лагере пробыли, скажем, 21 день. Просидели, занимались кашей. Больше ничего не делали. Вопрос, если потом им скажут, дети, кашу ушей. Сколько каши будет у меня, сколько будет у соседа, сколько еще у соседа? Одинаково. Примерно одинаково. На самом деле это неправда. Представьте себе, что было всего 4 человека. О, еще лучше, было 2 человека. Тогда это удивительная операция. Да? Сидим напротив друг друга, я беру у него всю кашу, а он одновременно у меня всю кашу. Потом я опять у него, у меня. Вот. Или 4 человека. Тогда эта операция чуть более разумная, но тем не менее, вот представьте себе, вот есть 4 человека, здесь в начале X1, это все-таки серьезный курсант, который я пытаюсь рассказывать вам, что называется, весело. Да? Поэтому вы должны понимать, что некоторые вещи я немножко упрощаю. Например, я сказал вам векторное пространство над полем, если вы начнете читать книжки, то вы обнаружите, что там написано частью не над полем, а над телом. Тело – это поле, в котором А умножить на Б может не равняться, Б умножить на А. Понятно, да? То есть, на самом деле, там бывают еще некоторые сложности, но для тех ситуаций, которые мне нужны, которые нам реально нужны, я все рассказываю. Так вот, какая операция? Вот у нас было это количество каш. У первого человека количество каши, у второго, у третьего и у четвертого. Что происходит за один раз? У первого человека оказывается каша от второго и четвертого. Да? У второго человека x1 плюс x3 пополам. У третьего человека x2 плюс x4 пополам. И, наконец, у четвертого человека x3 плюс x1 пополам. Так вот, ребят, представьте себе, что начальное количество такое. 1, 0, 1, 0. Смотрите, что при этом получится. 0, 1, 0, 1. А еще через раз. 1, 0, 1, 0. Объясняю почему. Потому что сумма вот этих чисел это x2 плюс x4. А сумма вот этих чисел это x1 плюс x3. Идею поняли?
Значит, для четного числа n, когда пионер в четное число, может так получиться, что у сидящих через одного вся каша, скажем, на четных местах сидят люди с кашей, а на нечетных местах сидят люди без каши. Тогда происходит простая вещь. При первой операции вся каша оказывается у нечетных, потом опять вся каша у четных, потом вся каша у нечетных и так далее. Вот. Так что для четного n ситуация может быть... Хотя стоп, вопрос все равно можно задать. А если добавить такое условие, что каши у четных в сумме столько же, сколько каши у нечетных, тогда как? Будет это стремиться к распределению, когда у всех поровну? Они там умеют устроить, понятно, да? Они пытаются, чтобы каша была строго у всех поровну. Или еще интереснее, если количество ребят нечетное. Так вот оказывается, что если школьников, вот этих вот ребят, нечетное количество, то действительно распределение каши будет, причем довольно быстро, будет стремиться к тому, что у всех помнили. И оказывается, для того, чтобы эту задачу решить, действительно самый быстрый, самый лучший способ – это применить идею базиса векторного и, господа, применить идею собственного вектора. Заодно узнать, что такое собственный вектор. Так, скажите, пожалуйста, тогда я уже могу стирать, уже считаю, что все равно, да? Что линейный независимый вектор. Рассказываю. Я все-таки решу эту задачу сначала для случая, когда у нас два человека. Ну, дело в том, что она совсем простая, но все-таки увидеть полезно. Что у меня для случая двух человек? Значит, есть x1 и x2. А во что это переходит? В x1 плюс... Нет. Это переходит в x2, x1. Отлично. Естественно, потом это переходит в x1, x2, и так до бесконечности. Вот, вот так это выглядит для двух человек. Так вот, вопрос. Здесь, конечно, без всякой науки, да? Они просто обмениваются кашей. Вопрос, а как это можно сказать научно? А вот как. Ребята, я возьму два распределения каши. Одно из них я назову буквой Е. Это будет у каждого по тарелке, по килограмму каши. Оно ведет себя великолепно. 1-1, 1-1 и так до бесконечности. А вот другое распределение, это вот что такое. Это 1 и минус 1. Минус 1. Это вообще бывает? Что? Минус 1 тарелка каши, это что, это смысл? Задолжал. Тарелку каши? Да. А что, Коль? Вот ты мне задолжал тарелку манной каши. Придешь домой и сделаешь. Когда? Не знаю, когда ты задолжал. С этого момента. Почему нет? Не понял. Приказ по дому, приказ по квартире. Там Коля задолжал тарелку каши. Может такое быть? Ну не может. Ну, повезло тебе, значит, не может. Так, господа, смотрите, что у нас есть. Мы великолепно знаем, что происходит с этим вектором. Он просто на месте. Мы знаем, что происходит с этим вектором. Он все время, понятно, да? Вот так себя ведет. F минус F. Вот это минус F. Это опять F. А это минус F. И так далее.
А теперь внимание, еще раз, здесь все легко, поэтому это для меня просто так, общие слова. Но для тройки это будет уже интересно. Ведет себя следующим образом любой вектор. Я могу расписать его в сумму вот этих двух векторов с какими-то коэффициентами. Давайте, кстати, попытаемся подумать. Понимаете ли вы, что вектор, состоящий из x1 и x2, это на самом деле x1 плюс x2 пополам умножить на e в сумме с x1 минус x2 пополам умножить на f. Проверьте, пожалуйста, формулу. Ну или хотите, я проверю. Давайте, здесь вверху напишу. Что такое e? E, вот это, x1 плюс x2 пополам умножить на e. Это вектор с такими координатами. x1 плюс x2 пополам, x1 плюс x2 пополам, да? Вот. Что такое x1 минус x2 умножить на f? Это тоже понятно. x1 минус x2 пополам, да? Умножить на f. Это вектор с координатами x1 минус x2 пополам, x2 минус x1 пополам. Ребята, если мы сложим, то здесь x2 исчезнет, останется x1 пополам плюс x1 пополам, то есть x1. А здесь, наоборот, x1 исчезнет. Замечательно. Значит, я разлагаю вектор x1 и x2 по этим двум векторам e и f. Идею поняли? Отлично. А теперь я вам беру и равнёхонько эту идею рассказываю для случая, когда n равняется 0. Единственное, ребята, мне уже не хватит двух векторов. У меня пространство стало, извините, трехмерным. Значит, потребуется сколько векторов? Три. Я могу сказать, что такое e. Это очевидно вектор 1, 1, 1. И мне нужны еще два вектора. Какой-то вектор f и какой-то вектор g. Давайте сформулируем свою мечту. Я хочу, чтобы любое распределение каши по нашему тарелку разлагалось бы по этим векторам e, f и g. Замечательно. Я хочу, чтобы наши три вектора хорошо себя вели под действием нашей линейной операции. Вот теперь давайте сформулируем, что такое хорошо себя вели. В нашем случае это называется собственный вектор. Собственный вектор. Это вот что такое. Мы делаем нашу линейную операцию, а вектор должен умножиться на некоторое число. Господа, а можно я просто возьму и сделаю так? Просто объясняю, мне сейчас со временем говорит плохо. Я боюсь, что иначе не успею. Можно я просто напишу сразу ответ? Ну, для этих самых векторов, хорошо? Сразу ответ, это вот что такое. Надо здесь писать 1 эпсилон и эпсилон квадрат. А здесь надо писать 1 эпсилон квадрат и эпсилон. Что такое эпсилон, сейчас поймем. Давайте сделаем так. Давайте посмотрим, что происходит вот с этим вектором под действием нашего отображения, под действием вот этого перераспределения каши. Смотрите. Я хочу следующее, чтобы вот наш вектор перешел бы в какой-то там коэффициент умножить на наш вектор.
И я хочу, чтобы g тоже перешло бы, ну не обязательно тот же самый, какой-то другой коэффициент умножить на наш вектор. Вот этого я хочу. Вектор называется собственным, если под действием нашего отображения он переходит в сколько-то раз умноженный сам себя. Да? Так вот, сейчас давайте смотрим, куда переходит. Вот надо просто выписывать. Есть числа. 1 эпсилон и эпсилон квадрат. Итак, вот у нас сидят наши люди. 1 эпсилон и эпсилон квадрат. Господа, что окажется на месте единичного? Понятно, что эпсилон плюс эпсилон квадрат. Что окажется на этом месте? Единица плюс эпсилон квадрат. И, наконец, что окажется на этом месте? 1 плюс эпсилон пополам. Теперь наступает что-то ужасное. Дело в том, что вообще-то умножить вектор на число, это значит каждую координату умножить на это число. Получается k. К эпсилон и К эпсилон квадрат. Это ужас. Потому что, смотрите, мне нужно, чтобы одновременно выполнялись бы все три равенства. Между тем, я из первого равенства уже получаю число К. А второе, значит, уравнение. А третье – это значит уравнение. А, впрочем, что такое эпсилон, я еще не говорил. Поэтому я должен сейчас k взять отсюда, умножить на эпсилон и приравнять к этому. Поехали. Эпсилон плюс эпсилон квадрат разделить на 2, умножаю на эпсилон и пишу, что это 1 плюс эпсилон квадрат. Так, так. Ну, пополам е можно убрать. Получится в левой части эпсилон квадрат плюс эпсилон в правой части единица плюс эпсилон квадрат. Ребята, эпсилон это корень третьей степени из единицы. Если вы в качестве эпсилон возьмете число 1, то вы получите вектор с координатами 1, 1, 1. Это не интересно, потому что мне интересны три разных вектора. А вот если вы в качестве эпсилона возьмете не единицу, на всякий случай, единицу переносишь, получается эпсилон куб минус 1 равно 0, на множителе разлагаешь эпсилон минус 1 умножить на эпсилон квадрат плюс эпсилон минус 1 равно 0, это квадратное уравнение решаешь. Эпсилон это минус 1 плюс минус корень из чего, интересно? 1 минус 4, сколько будет? Минус 3, минус 3. Корень из минус 3, да. То есть корень из 3 умножить на i, и все это на 2. Господа, выяснилось, что для решения задач о маме каши нам нужны. Эпсилон. Это минус единица плюс и корней из трех пополам. Тогда это уравнение верно. Я выбрал один из корней производителя. Дальше. Давайте поймем, почему второе уравнение верно. Вообще-то очевидно. Когда на эпсилон квадрат умножаешь, получаешь ну, k, помнишь, что такое, да? На эпсилон квадрат умножаешь, здесь получается эпсилон куб плюс эпсилон четвертый. Ну, эпсилон куб это у нас единица, а эпсилон четвертый у нас как раз эпсилон. Все хорошо. Ребята, вы видите, что у нас получилось, что надо рассматривать векторное пространство не над вещественными числами.
для того, чтобы решить нашу задачу о манной каше, нужны комплексные числа. Для того, чтобы понять, что там происходит с этими вот нашими людьми, на самом деле надо их количество каши разложить по векторам внимания с комплексными числами. Непонятно. А зачем? А почему так? Ведь, казалось бы, задача была совершенно, да? Да, и еще. А почему с кашей все будет хорошо? То есть почему, когда у нас три человека, почему распределение каши будет стремиться к равномерному? Ребята, очень просто. Давайте посмотрим, чему равняется k. Все видят? Эпсилон плюс эпсилон квадрат пополам. А это сколько? Эпсилон плюс эпсилон квадрат пополам. Давайте вспомним, как вообще выглядит корни третьей степени из единицы. Нужно взять окружность единичного радиуса. И вот они, да? Вот это вот число эпсилон, вот это вот число эпсилон квадрат. Так, эпсилон, вот эпсилон сюда, эпсилон квадрат сюда. Где будет сумма? Как вы думаете? Сумма вектора будет, да, смотреть налево, я понимаю. Слушайте, все понимают, что здесь 120 градусов? Угу. А значит, здесь сколько? 60. 60. Значит, как зовут вот эту фигуру? Ромб. Ромб. А сумма двух векторов – это вот этот. Ребята, это минус единица. К – это минус 1/2. Значит, мы получаем совершенно замечательный результат. Вот вектор F под действием нашего отражения переходит в себя умноженного на минус 1/2. Между прочим, здесь будет то же самое. Он тоже будет умножаться на минус 1/2. И в результате получается, что когда у вас есть произвольный вектор, вы его разлагаете по этим трем. И вдруг компоненты, только интересно, а как разлагается? Как произвольный вектор разложить по вот этим? 1, 1, 1, 1 эпсилон, эпсилон квадрат и 1 эпсилон квадрат, эпсилон. Рассказываю. Что мне нужно? Мне сейчас... Заметьте, пожалуйста, задача по формулировке совершенно детская, а во время решения вдруг по полной программе возникли корни n-й степени из единицы. На самом деле они нам страшно нужны, потому что, ну, в общем, все равно всю эту теорию бесконечности не расскажешь, поэтому я не случайно взял эту задачу по мастеру кашу. Так вот, продолжаю. Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы любой вектор с координатами x1, x2, x3 как-то раскладывался бы по вот этим вот векторам. Альфа умножить на 1, 1, 1 плюс бета умножить на 1 эпсилон, эпсилон квадрат плюс какой-то там гамма умножить на 1 эпсилон квадрат и эпсилон. Замечательно. Вопрос, как найти, ну, скажем, x1? Ну, понятно. По определению x1 это альфа плюс бета плюс гамма. Как найти x2? x2 это альфа плюс что? Плюс бета эпсилон плюс гамма эпсилон квадрат. Согласны? Как найти x3? Это альфа плюс что? Что? Бета эпсилон в квадрате плюс альфа эпсилон. Гамма эпсилон. Гамма эпсилон. Четвертый. Четвертый.
Пусть будет в четвертом, а? Что в четвертом? Я писал. Дело в том, что я писал в первый, я писал в четвертый. Это же одно и то же. Пусть оно будет в четвертом. Решали мы сегодня эту задачу или нет? Решали. Что это такое? Это известное значение многочлена в точке 1, в точке эпсилон и в точке эпсилон квадрат. Какого многочлена? Альфа плюс бета y плюс гамма y квадрат. Понятно? Значение многочлена известно в точке 1, эпсилон и эпсилон квадрат. И требуется узнать, можно ли по этим значениям однозначно восстановить коэффициенты и наоборот. Ребята, это задача, с которой мы сегодня начинаем. Да, можно однозначно определяться. Более того, здесь все формулы становятся гораздо более красивыми из-за того, что корень из единицы, поэтому все проще. Например, понимаете ли вы, что будет, если мы просто сложим все эти уравнения? Вот как вы считаете? Что будет, если просто все уравнения сложим? Один эпсилон, эпсилон квадрат. В сумме это что? Давайте вспоминаем. Один это вот сюда, эпсилон сюда, эпсилон квадрат сюда. Знаменитая, про это даже басня есть, да? Лебедь, рак и щука. Ноль будет. А здесь один эпсилон квадрат, эпсилон в четвертом. Ноль. Тоже ноль будет. Ребята, значит, на самом деле, 3 альфа – это сумма из. Хорошо. Заметьте, легко нашли альфа. А теперь давайте другую вещь. Давайте умножим вот это уравнение на эпсилон, а вот это уравнение умножим на эпсилон квадрат. Все понимают, что тогда вот эта штука исчезнет. При альфа исчезнет, да? При бета 1 эпсилон квадрат тоже исчезнет. А что останется? Эпсилон на эпсилон квадрат единица, эпсилон четвертая единица. Слушайте, 3 гамма получится. 3 гамма это х первое плюс эпсилон х второе плюс эпсилон квадрат xn. Так, догадались, что такое 3 бета? Это надо здесь умножить на эпсилон квадрат, а здесь на эпсилон. Вот вам формула, которые выражают вот эти самые коэффициенты, с которыми мы возьмем наши три вектора, через, заметьте, пожалуйста, вот эта вещь абсолютно естественная. Это закон сохранения каши. Понятно, да? Вот то, что эта формула такая, означает, что каша сохраняется. Стоп, а каша же остается на руках. Нет, в нашей задаче не остается. Если бы она оставалась на руках, то здесь бы коэффициент был не двойка, там делили бы на 2,1 миллиона. Тогда вот, вот. Ладно, господа, что мы все-таки сейчас должны сделать для того, чтобы действительно в общем виде решить задачу о манной каше? Да ничего особенного. Мы просто должны понять, что ровно такие же векторы будут и в общем случае для любого n. Только нужно взять в качестве эпсилон корень n степени из единицы. Итак, пишем. N любое натуральное число, да? N любое, ну, в смысле, какой там, да, 3, 4, 5 и так далее. Замечательно. Смотрите, какие берем коэффициенты. Значит, e нулевое это просто-напросто. А нет, давайте с первого начнем. С первого лучше начнем. Так будет понятнее. 1 эпсилон, эпсилон квадрат и так далее, эпсилон в степени n минус 1. Е второе – это единица эпсилон квадрат, эпсилон в четвертой и так далее, эпсилон в степени 2 умножить на n минус 1.
и так далее. Вообще любое екате – это единица эпсилон в катой, эпсилон в 2 катой и так далее. Эпсилон в степени n минус 1 умножить на k. Итак, вплоть до ЕН-ного, когда k равно n, и, соответственно, вектор, все координаты вектора – это единица. Давайте поймем, что происходит, когда вы к екатам применяете наше отображение. Ну, смотрите, значит, были такие эпсилон в степени k, эпсилон в степени 2k, эпсилон в степени 3k и так далее. Эпсилон в степени n минус 2 умножить на k и эпсилон в степени n минус 1 умножить на k. Замечательно. Теперь вот что оказывается на этом месте? Эпсилон в степени n минус 1 умножить на k плюс эпсилон в k пополам. Что оказывается на этом месте? Единица плюс эпсилон в степени 2k пополам. Что оказывается на третьем месте? Эпсилон в степени k плюс эпсилон в степени 3k пополам. Ну и так далее. Да? Обратите внимание, вот эта первая позиция уже показывает, в сколько раз меняется вектор. Это называется собственное значение. Собственное значение – это, вот, смотрите, эпсилон в степени nk – это единица, потому что вы помните, что эпсилон в степени nk – это единица. Поэтому собственное значение – это эпсилон в степени минус k плюс эпсилон в степени k, деленное на 2. Давайте на многоугольнике поймем. Вот у нас, когда есть правильный многоугольник, эпсилон – это было вот здесь. Кстати, я не выбрал. Давайте все-таки конкретно возьмем. Эпсилон – это есть косинус 360 градусов разделить на n плюс и синус 360 градусов деленное на n. То есть здесь одна n-ная часть, 2 π разделить на n, да? Одна n-ная часть от круга. Так вот, эпсилон в степени k, это мы должны k таких дужек отсчитать. И эпсилон в степени минус k, в противоположном порядке. Ребята, эпсилон в степени k, это же у нас косинус 2 πk делить на n плюс и синус 2 πk делить на n. А эпсилон в степени минус k это тот же самый косинус с плюсом, а синус с минусом. Значит, когда вы сложите и поделите пополам, то вот это самое собственное значение это в точности. Это в точности косинус 2 πk делить на n. Господа, если k равно 0, или k равно n, то же самое, да, то этот косинус равен единице. И это есть та самая каша, когда 1, 1, 1, 1, да? Если n четное и k равняется n пополам, то тогда этот самый косинус это минус единица. И значит, есть такой собственный вектор, у которого минус 1, да? Тогда эпсилон в кате и эпсилон минус кате это вот, вот эти. Во всех остальных случаях эпсилон в кате это какой-то вектор, эпсилон в минус кате симметричный ему. И их сумма это удвоенное вот это число. Ну а поскольку надо пополам делить, то на самом деле нас интересует вот это число. И оно меньше единицы. А если собственное значение меньше единицы, то, соответственно, так, два слова про следующую лекцию. Моя еще не кончилась, я просто здесь очень уместно. Ребята, когда у вас есть физическая система, и вам интересно узнать, устойчиво или неустойчиво, на самом деле, по большому счету, это ничем не отличается от задачи Акаши. Потому что вам нужно понять при движениях этой системы, у вас происходит увеличение чего-то. И в таком случае эту систему разнесет, что называется. Да, пойдет, прыгнет, разобьется и что-нибудь. Вот. Или же у вас происходит затухание случайно. Ну, вот представьте себе, вот у меня рука висит вниз, да? Висит?
висит. Понимаете ли вы, что если чуть-чуть ее отодвинуть, то она поболтается и опять вниз. Правильно? Ну не обязательно рука, ладно, рука у меня, мышцы есть. Тетрадка. Вот повесит. Чуть-чуть ее тронули. Поболтала, понятно, да? Вот. А теперь другой вариант. Если ее вот так, наоборот, за нижнюю точку, что тогда будет? Ну, есть, конечно, такое идеальное положение, когда она вертикально вверх, но при небольшом сдвиге что получается? Начинает ускорять, да? Вот, в некотором смысле здесь так же. То есть мы расписали любое распределение каши, это вектор, страдатель, x1 и так далее, xn, по вот этим вот, внимание, базисным версиям. То есть для векторного пространства мы ввели вот такой вот базис. Между прочим, ребята, не надо думать, что это какая-то дискрета. Это называется дискретное преобразование Фурье. Это часто приходится делать для вполне практических целей. И вопрос о том, как быстро разложить вектор x1 и так далее, xn по вот этим базисным векторам, это вполне себе вопрос. Так, понимаете ли вы, что верны формулы типа тех, которые мы уже писали, да? То есть, например, если взять это с какими-то коэффициентами и просто сложить, то у нас получится, что, в общем, уравнения будут, я не знаю, показывать, не показывать. Просто будет действительно ровно тоже то же самое, что у нас уже было. Например, вот пусть у меня был не вектор Е1, а вектор Е1 был с каким-то коэффициентом, да, А1. Вот этот вектор был с коэффициентом А2 и так далее, а вот этот вектор был с коэффициентом А1. И представьте себе, что когда вы вот перемножили и сложили, то вы получили вектор с координатами x1, x2 и так далее, xn. Давайте поймем, что это будет за система уравнений на H-ке. Просто, чтобы вы поняли, что не будет H-ке обжигают, что линейная система это же не так страшно. Очень просто. Смотрим на вот этот самый столбец. x1 это просто сумма чисел A. Это есть А1 плюс А2 и так далее плюс А1. Замечательно. Что такое Х2? Х2 получается, смотришь вот на этот столбец. Значит, Х2 это А1 эпсилон плюс А2 эпсилон квадрат плюс и так далее плюс АН умножить на эпсилон в степени n. Замечательно. Х3 это А1 плюс А2 эпсилон 3 плюс и так далее плюс АН. Ой, сейчас, я уже запутался. То есть Х3 это вот этот столбец, да? Значит, здесь будет эпсилон квадрат умножить на, вот видите, я неправильно написал, x3 а1 эпсилон квадрат плюс а2 эпсилон в четвертый и так далее. Здесь у меня, значит, при накатом месте будет вот это, в этой позиции будет а-катая умножить на эпсилон в степени 2к, да? И, наконец, в последней позиции, мне все равно все коэффициенты нет, не буду писать, у меня будет АН. И так далее, и так далее, и так далее. Итак, что это на самом деле такое? Значит, у нас есть многочлен, и вот это вот, это его значение в точке какой? В точке 1. Это значение в точке 1. А это значение в какой точке? В точке эпсилон. А это значение в точке эпсилон квадрат. Итак, я вам пишу многочлен. F
от t, это есть следующее. An плюс а первое t плюс а второе t квадрат плюс и так далее плюс а n минус первое t в n минус первое. Так вот, господа, верхнее уравнение записывается так, что x первое это значение нашего Лаграшена в единице. Второе уравнение x второе это значение нашего Лаграшена в точке эпсилон. И так далее. Вообще, x катая это будет значение нашего Лаграшена в точке эпсилон в степени k минус 1. То есть у нас есть n точек, 1 эпсилон, эпсилон квадрат, эпсилон в n минус 1, и многочлен степени не выше, чем n минус 1. То есть это опять наша сегодняшняя задача. По этим числам он выражается. Более того, если приглядеться к этим степеням, то и явные формулы, естественно, возникают. Ну тоже там надо было, помните, или просто все сложить, тогда получишь ан как сумму иксов делить на n, или умножить на эпсилон квадрат, там, или на эпсилон квадрат, эпсилон четвертый, и так. Ну, в общем, посмотрите.